Районов нет, улиц только. Ну, знаешь, что Тверская теперь Соборный. Да. Районы не знаете, да? Районы, а нравится вам вообще новое название? Как вы относитесь к тому, что переименовали районы? Благородное название. Да, хорошее, красивое название. Звучит. Да, так что, да. Ничем не хуже. Да. Название районов? Ну да, вот Вознесеновский теперь. Ну, Вознесеновский. Соборное. Инженера Преображенского. А еще какие районы знаете новые? Александровский. А как вы вообще относитесь к тому, что переименовали районы? Ну, по-моему, надо было лучше сделать жизнь людей лучше, чем переименовывать, тратить на это деньги. Потому что у нас столько бедствующих. Вообще, вы знаете новые названия районов? Нет, нет, еще не усвоили. Нет? А как вы вообще относитесь к тому, что переименовали районы? Положительно. Нравится вам, да, новое название? Только не помню название. Вознесеновский. Конечно, знаю. А как вы относитесь к тому, что переименовали районы? Положительно. Положительно. Нравится вам новое название? Очень. Особенно Соборный. Очень. Вы знаете новые названия районов Запорожья? Нет. Нет? А как вы вообще относитесь к тому, что переименовали улицы и районы? Положительно. Нет, конечно. А вообще, как вы относитесь к тому, что переименовали районы и улицы? Полезно. Конечно, надо все переименовывать, все делать как положено. Вы знаете новое название районов? Нет. Нет? Да как-нибудь узнаю. А как вы к этому относитесь? Отрицательно. Путаемся очень часто. Ну, а какие знаете, назовите новое название? Соборная. Это что? Точно. Ну, площадь Ленина. Как вы относитесь к тому, что переименовали? Ну, непривычно, не конечно. Не особо не сильно нравится, да. Более привычно старое что-то и намного удобнее. Ну, а новое название вам нравится? Не очень. Старые намного, ну, больше нравятся. Мы живем в старшей истории, они просто хотят ее переделать. К чему? Нет, не все. А проспект главный, знаете, как теперь называется? Казацкий вроде. Соборный. Соборный? Да. Скажите, а как вы относитесь вообще к тому? Ну, вообще негативно. Негативно? А почему? Ну, не хочу комментировать. Девочки, скажите, знаете, что недавно в Запорожье переименовали улицы и районы? Да. А вы знаете новые названия районов? Немногие, да. Ну, немногие, знаем. Ну, может, проспект как... переименовали. А как теперь называется? Соборный. Соборный? Да. А как вы вообще относитесь к тому, что новое название теперь у нас? Нравится вам? Мне тяжело. Больше нравились старые. Да. Тяжело. Новые улицы, запомнить их название не всегда удобно. И в картах тоже как бы не очень удобно, потому что многие улицы не знаешь. Мы вот недавно путешествовали по Киеву, и много новых улиц переименовали, и сложно доехать. Районы тоже Вознесеновские, это теперь было Орджоникидзевский. Скажите, а вам вообще как относитесь к тому, что переименовали? Ну, я не вижу в этом смысла. Честно, это лишние затраты, которые можно было потратить на что-то более важное. Ничего не поменяется от этого. Как было, все будет. Да, Кира? Ну, Соборную я выучила. Это проспект, а районы вы не знаете? Нет. Скажите, а как вы вообще относитесь к тому, что переименовали в Запорожье? Улицы и район. Вы знаете, довольно сложно мне на это тему ответить. Я смотрю телевизор, и финны, допустим, кажется, не переименовывают никогда улицы или еще что-нибудь в этом духе, а дают ему историческое название. Вот на Бабурке проспект Буденного, теперь улица Солнечная, а в Советский это Преображенского. А районы? А нет, район не знаю. А, ребята, скажите, а вы знаете, что в Запорожье переименовали улицы и районы? Ну да. А новые названия знаете районов? Нет, не все. Новое название вы выучите? Нет, зачем? Нет. А зачем? Все по старым будут называть. Никто их учить не будет. Думаете? Да. А как вы вообще относитесь к тому, что переименовали улицы? Это как-то глупо. Да, глупо. А почему? Ну, потому что никто не будет запоминать новые названия. Да, всем привыкли, все уже. Называть. Это не очень как-то умно. То есть вам нравились больше старые, да? Да. Ну, да. Ну, просто учить новые тоже как-то не очень всем хочется. Они все будут называть по-старому. Как бы не переименовывали, будет тот же 12 апреля, тот же проспект Ленина и так дальше. Мне очень стыдно, но я не знаю. Не знаете, а ну учить собираетесь название новое? Обязательно. Только лишь знаю, что та Анголенко, там рынок, переименован на европейский. А как вы относитесь к тому, что переименовали районы? Ну как я ему сказать? Мне, конечно, какой-то человек так, в возрасте, вот, и родившийся в те вот времена, конечно, не весьма это пришлось по душе,
Но закон есть закон.